Вчера во втором корпусе педагогического университета прошел мини-турнир по флорболу. Команды любительской лиги, не попавшие в плей-офф, решили собраться и разыграть так называемый Кубок достойных. Побороться за него вышли 4 команды – Energy, Грация, Energy Lights и команда омских журналистов «Акулы». По регламенту каждая из команд должна была сыграть по 3 игры, а победитель определялся количеством набранных очков. Формат игры – 2 тайма по 10 минут. Несмотря на то, что целью сбора команд была борьба за кубок, было видно, что ребята играют в свое удовольствие и предупредительно относятся к соперникам. Не ко всем, конечно, а вот, например, к таким. Победителями Кубка достойных стали Energy Lights. Они являются вторым составом команды, взявшей серебро – Energy. Третье место досталось команде «Грация», а на четвертой позиции разместились «Акулы».